Привет, Иси! Сегодня мы с тобой побываем в различных пещерах, где бушует очень много разновидных монстрюганов, с которыми мы будем сражаться и повышать свои умения. Мы сейчас находимся с тобой в таверне, здесь есть замечательные товарищи, наши помощники, которые продают нам различные вещи. Естественно, не за бесплатно, нужно где-то деньги раздобыть, а чтобы их раздобыть, нужно идти в пещеры. По-моему, здесь то же самое продается, да? В общем, у нас здесь 2 эликсира с тобой, 13 монеток, это очень мало. Я предлагаю спуститься в пещеры. Погнали! Опачки! Вот мы и в пещерах. Так, пошли смотреть, разбираться. О-о-о, смотри-ка, здесь еще один герой пытается разобраться с магом. А, мы не успели. Да, кстати, мы не просто машем мечом, между прочим. Мы прям их метаем. Искусные метатели мечей. Здесь куча валяется всяких брюликов и очень много ловушек, например, вот таких вот огненных. Опа, пробегаем быстренько. Интересно, я здесь успею или нет? Нет, лучше подождем. Лучше не рисковать, жизнь у нас одна. Если мы проиграем, нас откидывает обратно в таверну. И потом оттуда все по новой бежать. Опачки, опачки, давай, закидывай. Это что за каменное чудо? Так, одного победили, получили 11 монет. Это очень круто, пустим потом на вооружение. Куда пойдем? Налево, направо? Пойдем направо. Что у нас здесь? Куча костей, скелетоны, статуи какие-то непонятные. Пойдем вниз. Опа, котейка, здорово, котеич. Ты что здесь забыл? Ага, скелетос. Нет, скелетос, 13 монеток за него получил. Опа, погоди, я еще за 50 монет за что-то получил. О-о-о, аккуратненько, аккуратненько. Хорошо, что я здесь не один, а то бы я с двумя скелетами не управился здесь. Ну-ну-ну-ну-ну, есть. Ты посмотри, сколько у нас уже денег. 111 монет. Мы могем. Ну-ну-ну-ну, давай. Есть! Мага победили. Идем дальше. О, сундук, сундук. Нажимаем Enter и получаем 496 голды. Офигеть. Сколько же всего можно купить на это? Так, теперь нужно вернуться. Воу-воу-воу, ты посмотри, сколько здесь перекресток. Можно пойти вверх, вниз или вообще прямо дальше. Давай прямо пройдем, посмотрим, что прямо будет. Опачки, вот это я нормал. Зашел. Здрасте, каменный голем. Но попробуем его сейчас пробить. А он, смотри-ка, он застыл. Он даже не двигается. Ну и хорошо, нам же лучше. Мага сейчас попробуем одолеть. Ха, тоже застыл. Это хорошечно, это нам на руку. Опачки. Погоди, там сзади кто-то появился. Ай-яй-яй-яй, я на оборотня нарвался. Этот, кстати, шевелится, живучий. И на мага тоже согрелся. Вот так вот. Сейчас еще вот этого мага тоже. Отличненько, открылись врата. Куда пойдем? Ну давай туда. Посмотрим, что у нас здесь. О, сколько сундуков, ты посмотри. Забираем. Сейчас мы с тобой обогатимся. Ого, смотри, какие врата. Боюсь, там босс. По-любому. Я туда могу зайти? Enter. Оу, зря я это сделал. Сейчас мне каранты здесь точно... О, здесь, кстати, еще один герой. 2 героя. Офигеть, нас здесь 3 человека. Ну, я надеюсь, что... Ой-ой-ой, мы осилим босса. Какой он мощный, смотри, он крутой. Скажи, сейчас один из героев помрет. Ну да, помер. Надо было меч сменить. Не, мы его не одолеем, по-любому. Ты посмотри, сколько... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как он вихрем. У меня снес хпшечку немножечко. Он големов призвал. А, все, мне крындец. Ну ладно, что, возвращаемся в таверну. Здравствуйте, здравствуйте. Мне бы тут прикупить, у меня 2000 голды. Что мы можем прикупить? Давай посмотрим. Из оружия. Из оружия мы можем... 3750 это дорого. 14000 тоже дорого. Что? А подешевле ничего нету. 75 тысяч. Это слишком дорого. Вот, за 500 можно прикупить. За 2750. Вот этот меч мне подходит, в принципе. Но я хочу купить еще амуницию какую-нибудь, я не знаю. А, ладно, покупаем тогда этот меч. Опачки, идем в инвентарь. И одеваем. Экипировать. А вот этот продать можно? Разобрать можно. Ну давай разберем. Отлично. Какой у меня мощный меч. Огонь.
Так, а то, что мы его разобрали, ну, прошлый меч, мы можем из него что-нибудь скрафтить. Правда, у нас ресурсов не очень много. Давай посмотрим, что у нас есть. Да. Как бы ничего мы с тобой не скрафтим. Грусть, печаль. Ну что ж, пойдем опробуем наш новый меч в новой пещере. Да-да-да, новая пещера какая-то открылась. Погружаемся в данжен. Воу-воу, как здесь болотисто. Ну ладно, пойдем искать приключений на свою попенцию. Я надеюсь, что мы здесь не быстренько окочуримся. Так, я пока что никого не вижу. Видимо, здесь уже герои прошлись и прочистили пещеру. Опачки, здорово, здорово, я тебе сейчас помогу. Хотя ты тут и сам справляешься. Оу, чуть-чуть подзадел меня ловушечкой. Ай, еще раз подзадел ловушечкой. Блин, как же я так неаккуратненько. Ладно. Вот так вот. Это ловушка. Блин, он взял сундук. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Это мой сундук. Есть. 400 голды. В сундуке оказалось. Отличненько. Эти деньги я пущу на вооружение. Так, пробегаем быстренько. Воу-воу-воу. Сундук и дверь к боссу. Ну, я даже не знаю. Блин, зачем он сюда зашел? У меня даже ни одной брони нету. Опачки, босс лег. Кстати, здесь покруче босс. Я даже не знаю, сможем ли мы осилить этого босса. Хотя нас снова трое. И уже приодетых. Ну как приодетых, я-то еще голожопый бомжара. В крестьянской одежде. Без всякой амуниции. И обмундирование только... Только меч себе крутяцкий прикупил. Давайте, ребятки, ах ты меня чуть-чуть коснули. Ты посмотри, сколько здесь он наплодил своих големов и магов. Тут просто не пролезть. Нас сейчас тут задавят количеством. Блин, первый герой погиб. Нас осталось двое. Очень-очень плохо. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Напряженные баталии. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это было больно? Так, ХПшечку восполняем последним эликсиром. На всякий пожарный. Боюсь, что мы сейчас как бы не гребли. Под самый конец. Где босс? Не вижу босса. Сейчас подойду к нему. Ой, нарвался на бандюганов и скелетов. Ну же, давай. Чуть-чуть осталось. Ай-яй-яй, больно. Да, красава! Победа! Мы смогли! Так, а что нам что-нибудь дали там? Нет? Что-то ничего не дали. Только эти финтифлюшки с неба спускаются и все. Мы победили босса, а это означает, что сейчас обновится подземелье. И у нас будет новое. Опачки! Нас сразу же закинуло сюда. А я даже прикупиться не успел. Не-не-не, ребят, я сейчас вернусь. Мне надо приодеться. Приодеться я хочу обмундирование купить. Ну что ж, предлагаю купить каску. Покупаем каску. Отлично. И еще можем прикупить. А нет, не можем. Денег не хватает. Ладно, тогда одеваем каску. Оу, ты посмотри, у нас какой-то ножик здесь есть. Интересно, откуда он у меня? 15 дамага наносит. А этот меч у нас 39 дамага наносит. Значит, этот можно разобрать. Как-то мне не дали закупаться. Вы чего, ребят? Капец. Ладно, одеваем плащик. О, какой я мощный стал. Ты посмотри, какой жирный. Ладно, пошли. Хотя нет, давай вернемся. Вернемся и прикупим еще брони. Вот такую вот броню покупаем. Отлично. Теперь мы точно полностью с тобой экипированы. Переодеваемся. Ну вот, уже более-менее на человека стали похожи. А это разбираем. Ну а теперь входим в пещеру. Теперь нам точно не страшны никакие эти, как их там, монстрюганы. Здорово, ребятки. We'll be right back.
победа. Вот такая вот игруха. Если понравилось, то себя лайкосик, комментарий под видео и не забывай подписываться, чтобы не пропустить новых видосиков. Всем спасибо за просмотр, удачки, пока и до нового видосика.